Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Honor 7X получить доступ к настройкам разработчика. Для начала переходим в настройки. Затем в раздел о телефоне находим здесь строку номер сборки и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение, вы стали разработчиком. И теперь можем найти наши настройки для разработчика вот здесь вот под расширенными настройками. И вот они все наши суперинтересные, суперсекретные настройки разработчика. Также можете их отключить здесь, и после этого они пропадут из списка настроек. Но по идее они должны пропасть. Но что-то они у нас не пропадают. Ну или не пропадут. Вот так вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.